Так, продолжаем наш вояж по точкам ТР-3. И полянка для разворота есть. Красиво. Они к точке едут сразу. Ищут. Сыщики. Ого. Пробуй ходом, чтобы не останавливаться. Потихоньку, на малом, но не получается. Блин, по этим горбам опять мы за унемогом. Давай, 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 давай. Идем, 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 идем. Ёх, ну тормози! Он тебя ведет к точке сразу. Наверное. Слышь, ты мне ноги стопы массируешь сразу деревьями, кустами. Да, вот вам, друзья, и Запорожец, блин. Какой шикарный. Какой шикарный день, ага. Пусть психиатру расскажет. Где машина, а где нет. Известном направлении. Так, какой-то участник валит навстречу. Ну, погода ж супер, вообще потеплела. Смотри, чтоб тут никуда мы не провалились. Pajero Sport — это очень опасные автомобили и пилоты. Сколько бросили, да? Блин, если бы рядом возле Плесецкого было, мы с Аки уже украли. Да? А тут лежит нетронутая, ни хрена себе. Да ничего себе, какая плита, он отличная. Во дворе вымостить плитами дорогу. Да, кстати. Да, в какое-то бетонное царство мы попали. Царство железобетонных изделий, да? Так, налево, налево. Точка. Сейчас и будем брать. Где вы, в ТР-3? Нет? Нет. Нет. Да, нашел? Заезжать? Не знаю, тут, наверное, никто не был. А где она? Нет. Это на победителя. Ну, наверх надо заехать. Прям на пути? Да. Попробую, не могу, он должен заехать. Нет, зацепляется вон этой фигней. А если одним колесом сначала? Здесь кто-то был, но дальше... Не, попытались, но не заехали. Ну откуда ты знаешь? Ну потому что следы вот на этой, на бетонной плите есть. Заехали, да? Да. Давай, Влад, твой выход тогда. Если они взяли, значит и ты сможешь. Пробуй, Паш, должен заехать. Если переложишь вот этих плит чуть-чуть. Я... А, чтоб шире было? Да. Олега не могут затащить. И отпустил уже, когда он так под 45 градусов стоял наверху. Все, весна. Два дня посветило. Да, неожиданный поворот. Бородача возник план.
построит мост. Построить не удалось. Разгон берет или? Не, свес большой, да. Да ну, ты сейчас этот... Колесо до плиты еще сантиметров 15-20. Да. Геометрии не хватает. А как же хорошо начинал, да? Слышишь, Паш, попробуй вот так теперь боком на плиту наехать, боком. Не, оттуда, оттуда. А, сюда хочет. Тоже вариант. Нормально. Начало неплохое. Начало неплохое. Да ее согнет. Едь потихоньку. Стой, попробуй, Паш. Ёханы бабай. И меня катает. Попробуй по этой одним колесом. По вот этой. Вот так. Оттуда. По вот этой плите. Она ляжет сейчас и будет выше. Уже смелее. Стой, стой, стой. Вправо чуть-чуть руль. Вправо руль. Чуть-чуть вправо. То лево, вправо руль. Хорош. Ну едь нормально. Куда ты поехал? Что, сейчас заедешь, чего? Ну да. Он сейчас там будет упираться и потом этот. Брыкнуться на правую сторону. Подымем, что не подымали, что ли. Влада только с кузова. А, ну там. С кузова. С 3 метров ты падал. Глянь, уже подвинул все уже. О! Положил мост. Построил мостяру. О! Блин. Плита не выдержала. Сдался, да? Как начинал. Что-то задумал, мне кажется. Какой-то план у него есть все равно. Может и нет. Нет, домой, наверное.
рулинг. Сдался. Не, ну ничего так. Попытка была неплоха. Блин, есть план. Подъезжай за Запорожцем. Не, ну этот в тюнинге этим нельзя. Это какой-то надо дешевый купить. Тут рядом поставить Запорожец, а тут по плитам. Заскочу только так. Слышь, а если вот так под углом? А, ну тут все равно. Дай хоть... А, это я фоткал. Да что я фоткал? Мы так берем, у нас все равно взятие, это у них не взятие. Да, но у него и хорошо высоко сидеть. Страшно. Да не, не страшно, хорошо. Тоже на высоту хочешь? Поднять тебе чуть колеса, под, да, подкинуть надо выше. Надо... И обзору лучше. Так едешь. Раз это не видно, дороги то не видно, куда ехать. А там такой обзор открывается. В этом регионе тут как-то фермы одна на одной, причем все живые рабочие. Да, очень много тут птичьих ферм. То есть да. У местных есть работа. Да, бородач уходит в отрыв. Я вижу, да. Пытается скрыться. Пытается. Налево, налево, тормози, тормози. Тормози. Блин, как мы заходим по-жесткому. Да, машина спортивная. Так, тут весну опять попали. Все растаяло. Да, интересная такая, слышишь? Тут полная зима, да? Да, да, да. Тут раз, весна, почти лето. Почти лето, да. Заедем опять в зиму. Будка, только что она охраняет, эта будка. Мостик. Да, где-то точка тут, наверное. Ну, там... Так, тут сильвера, судя по протектору. Даже сафари я вижу, три дорожки. Тут ТР-2, наверное, Паш. Веселье, да? О, тут уже поинтересней. Болото есть. Болото это поинтереснее болото. Ну, ты пройдешь ходом, я думаю. Нашел? Тут уже доступ близко. Бородач говорит, нашел. Где она? А, вот. Так вот отсюда. Не, вот где-то отсюда надо просто заехать. Смотри. Смотри. По краю поля. Баня какая-то, топором что-то вход отдельный хотел проделать. Это за здание такое, новое туда. Гараж. Ну это охотничье что-то, вон видишь эти беседки, это, наверное, выходят кабаны, двери. А, вон открывается окно, шмаляется кабанам. Да? Ага. Можно ну, попробовать. Но... упрется в этот. Ну да, немножко. Где-то дальше посмотри. Скажем, на машине любой полноприводной тут можно было бы спокойно заехать. Чуть не взяли, короче. Там, 206-я. Да, вон там на дереве. Вот. А где он тут пробить мог, непонятно. От удара, наверное, где-то. А, вон пенек. Ну да. Колесом может. У него просто мост близко там достает до фильтра. Ого, кто-то дубасит. А, это УТВ-шка. Просто приехали и все. Понял, тут просто. И раз едешь и подъезжаешь. Тренируем Олега. Заслуженным тренируем. А тут еще
на провал. Вообще не провалился. Нет. Сейчас залипать очень. Мне кажется, что ты сможешь так, как он проехал. Да, давай. Прикинь, если ты сейчас возьмешь Полариса. Не, ну ходом он легко зашел как-то вообще. И решили показать нам, как Поларис ходит. Или, блин, Запорожье опять какой-то пост поставил. Вечная проблема, что навигатор крутит. Пока не начинаешь ехать, не поймешь, куда ехать. Смотри, и там он вообще хрен небольшой. Блин, куда хочет, туда и едет, понял? Как ты не мог? Угу. Блин, даже с машины не выходят, точку ищут просто на машине, ты понял? Двести шестая. Ну, красиво. Так, Руслан, я первый. Раскачивает. Понимать размеры ямы. Двухметровый исполинский Руслан. Ну почти двухметровый, чуть-чуть ниже. В некоторых местах, да? Ну стали красиво на взять эту точку. Ух ты, ёма. Класс. Стоп! Вовремя остановился. Не слышат. Слышат, двери как горбатом открываются. Что-то не там включается. Нормально едет. Так, ну что, давай, Влад, твой выход теперь. Теперь мы не можем так отсюда уехать. Слышишь, заходишь в эту ложбину вниз и прямо туда на точку валишь по низу. Вот эти шины мечты. Так, ну сейчас что-то чуть проще найдем. Хотя машина может вообще. Посмотрите, рвет. Рвет, на дачу шел в отрыв. Басим полный оффроуд, уже дороги нет. Блин, тут налево нам вверх надо куда-то, да, или что? Блин, тут как-то туда на дорогу зашел, а мы не зашли, да? Ему-то с высоты там хорошо видно, куда ехать. Что, я по полю вот это еду, да? Надо, наверное, назад ехать.
понимаешь, что? Да, ну да, тут по полю тут басит. Дальше может там выскочим. Что-то следы есть. А, так мы сразу на точку. Сразу на точку. 110-я. Это Т1? Да. Стой, стой, стой! Ой, блин. Да подожди, тут где-то ТР-3 должна быть. Стой. Блин. Упала это, выпала. Печка. А где 310-я? Вот. А? Вот. А вот и 310-я. Так мы четко зашли, да? Даже без навигации. Я говорю, давай прямо, блин. Ну что, долго бы вы нас искали потом. Без меня легче сейчас будет. Чуть не вошел. Смотри, он будку завалит и тебя придавит. Давай прямо из салона, еще подъезжай. Еще. Да не, руль. Все, четко. Взял? Давай из салона. А, у тебя стекла не опускаются, да? Олег, отвали чуть-чуть. Опускаются. Отходи. Рука, рука. А за руль держи второй рукой. Нормальный оффроуд. ТР-3 точки мощнейшие. Подожди, надо, чтобы было понятно, что это за второй. Ну так я же тоже об этом. Я тоже об этом подумал. Погнали. А что, наверх выходим? Да. Влад. Влад. Блин. Вот это полная профанация и деградация у Фройда. Ты понял, что я перешел на запорожца? Не понял пока. Как, уже должно понятно тебе быть. Вообще непонятно. Зачем платить больше? Ну, такое себе.